Я не монстр, топовый блогер. Ну, был. Пока ради хайпа не устроил пранк в церкви. Дмитрий Андреевич, против вас возбуждено уголовное дело. Пришлось мне прятаться от наказания. В монастыре. Ты сам-то хочешь спасти Сергея? На вас вся надежда. Там оказалось все по-взрослому. Даже чересчур. Бежим! Не укради! Помнишь, такая запах? А? Не смотреть! Что же вы за люди-то такие? Но мне помогли. Реальный чел. Отец Анатолий. Знаешь, кого пригрел? Знаю. И то, что он в розыске, тоже знаешь? И Настя. Лайк мне поставишь? Я начал пилить православный контент. И у вас уже 40 тысяч человек прихожан. Виртуальных. Но недолго. Да! И за хайп мне пришлось ответить. Простите, что обманул. Я прошу тебя сделать так, чтобы он был жив. В тюрьму? Согласен. Ты мне чудо, а я тебе. Ты умеешь вскоре слушать? Нет. Красиво здесь. Извините, если я опять что-то не то нажму, не сердись на старика. Так, сегодня пятница, день прямого эфира. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Я, как смогу, постараюсь ответить на них. Отец Анатолий, а почему парень сначала блокирует, потом разблокирует, а потом снова блокирует? Руки дрожат. Волнуется. Влюбился, наверное. Отец Анатолий, а можно я буду считать вас своим духовником? Такой где-то маразм. Приезжайте. Мы всем рады. Отец Анатолий, а не расскажете, как там Демонстр? Что, посадили его? Демонстр? Дима, ну что? Что, он на свободе отпустили. Они с Настей живут в Москве. Господи, помоги, пожалуйста, помоги. Я прошу тебя. Дима, я же просила полчаса хотя бы. Настя, я что ли плачу? Может, у нее зубы режутся, я не знаю. Ему 3 месяца, какие зубы? Какие? Мудрости. Посмотри, у него вон какое лицо, как будто он не первый раз родился. Ему вообще тут не нравится. Подгузник надо поменять. Ну, Настя! Дима, надо научиться. Я ничего не соображаю, я 2 суток не спала. На свадьбу нас не пригласили. Ждем, пригласят на венчание. Дима, мы соскучились по вам. Приезжайте. Приезжайте. Что ты от меня хочешь-то? Я хочу, чтобы ты хоть к чему-нибудь отнесся серьезно. Мы семья. Вы семья? В смысле вы? Мы семья. Ты, мы с тобой женаты, ты и я. Да, женаты. Но не венчанный. Настя, не начинай, пожалуйста, а? Я ничего не начинаю, я просто напоминаю. Что ты напоминаешь-то мне? Что ты предлагаешь, чтобы мы прям в СИЗО, что ли, повенчались? Не кричи, разбудишь. Ты сам мне обещал, поедем в Шую к Анатолию. Я не отказываюсь от своих слов. Просто же, ну, надо же как-то созреть. Ну, туда ехать черт знает сколько. Ой, слушай, у тебя получше аргументов нет? Ехать ему далеко. Кто это? Иди.
Здрасте, Дмитрий Олегович. Здрасте. Собирайтесь. Куда? Как куда? Общественная работа сам себя не выполнит. И приведи себя в порядок, чучело. Все-таки к детям едем. Нравится быть человеком. Ну, то слово еще немного канонизирует. Ты давай без шуток на эту тему. Димонстр, можно автограф? Мальчик, он Дмитрий. Отец, я чего не знаю. Иди погуляй, а. Как сам? Нормально. Да чего-то не похоже. Ты же прикольным был, когда пранки делал. А это зашквар какой-то. Мне прям неловко смотреть. Скажи, да, не моя тема. Все эти сироты, благотворительность. Слышь, Тём, а ты не помнишь, ты когда мелкий был, почему все время орал? Я орал, потому что меня бросили. Семья Антона Пирогова. Вот это его мама. Мы стараемся найти средства помочь ребенку и его лечению. Правильно, а? Вот реквизит номера счета всякий может помочь. Сумма нужна большая. Очень большая. Но и нас с вами немало. Поможем миром. Спасибо. Соберем по копеечке. Кто сколько может. Ваньку? Господь ждать не будет. Нет. Господь ждать не будет. Отца Анатолия. Ну, здравствуй, черный. Майор, да ладно. Я теперь брат. А, ну, здравствуй, брат майор. Не рады тебе здесь будут, черные. Да ладно тебе. Тут всем все рады. Я-то знаю. Правда? Шарик. Иуда. Щеринка меня. Я люблю. Ну, рассказывай, зачем приехал? Я чужие мысли читать пока не научился. Отец Анатолий, я давно этот ваш канал смотрю. Угу. И вижу, что вы по жизни разбираетесь. Угу. Я исповедоваться хочу. Конкретно вам. Приходи в воскресенье на исповедь. Конкретно ко мне. У нас тут записываться не надо. Мне придется много вам рассказать. Плохого.
очень плохого. А мне много чего плохого придется выслушать. И еще. Я хочу сделать жертвоприношение. Это пожертвование. Денег у меня много. Они мне теперь больше не нужны. Хочу передать их мальчику этому, про которого вы говорили, который болеет. Это благое дело. Короче, давайте так. С вас исповедь, с меня деньги. На благое дело. Уговор. Мы свидетели. Приходи на исповедь. Там и поговорим. Забились. Оба-на. Даже спина прошла. Отец Анатолий, а можно у вас остаться? Да у нас тут только кельи. Ничего. Так я ж привычный. Я со шконки. Достойно. Ты хоть молитвы знаешь? Молитва мытаря. От Три Святого до Отче наш. Символ веры. Тропарь кресту. Молитва за Отечество. Молитва на завершение всякого дела. Достаточно? И тут погордиться решил. Сыном уехала в Шую, к отцу Анатолию. Всем будет лучше, если мы немного поживем отдельно. Прости. Ну? Давление повышено, пульс скачет. О. Таблетки принимаете? Какие таблетки? Ну, их таблеток. Надо принимать. Пульс ладно, скачет. Буду. Сейчас принесу. Какие таблетки? А, да? Так ты приедешь? Ах, ты уже приехала? Хорошо. Я встречаю, встречаю, не беспокойся. Ой, да там темно.
Молимся тебе, Боже наш, раба твоего иеромонаха Анатолия, немоществующее посети милостью твоей. Прости ему всякое согрешение, вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную твою силу с небеси спасли. Прикоснись эти лиси, угаси огневицу, укроти страсти всякую милость. Я уже забыл, как тут хорошо. Раба твоего иеромонаха Анатолия. Где отец Анатолий? С колокольни вещает. И отложи озлобление целое. В больнице отец Анатолий. Дар его церкви твоей, благоугождающей и творящей воле твоей. Твое бы есть, где же миловать и спасать. Боже наш, тебе слава. Хорошо, его быстро привезли. Успели снизить внутричерепное без операции. Какую операцию? Что с ним? Аневризма, разделение в мозг. Состояние стабильное, здоровья Анатолия хватает. Дальше остается только ждать. Дим. Ты зачем тут? И где Милки? У Ефросини. Я приехала, хотела посоветоваться с отцом Анатолием. Но теперь уже не важно. Ну, вы нас, конечно, и напугали. Здрасте. Здравствуйте. Не удивляйтесь, пришлось остричь и побрить. Думали, интубировать придется. Благословите, батюшка. Что? Благословите? Глупость какая-то. Отец Анатолий. Диссоциативная амнезия. Не помнит, что было с ним и кто он. Отец Анатолий, увы, больше не Анатолий. И не отец. То есть? Совсем ничего не помнит, даже... Но этот вопрос не ко мне, если честно. Напишите, какие лекарства нужны, лечение, операция, что... Только время. Память может вернуться. Может, нет. Может, действительно его стоит отвезти в монастырь. Часто яркие воспоминания с прошлого ускоряют возвращение памяти. Самым ярким моментом у них в монастыре был я. Извиняюсь, конечно. Я есть хочу. Нет, ну это гадость какая-то. Как вы это едите? Отец Анатолий. А ты мне сын? Скажите, Бог есть? Конечно, есть. Или нет? Я не знаю. Прием. Прием. Слышишь? Давай договоримся. Только в этот раз по-настоящему, по правде. Ты сделаешь так, чтобы Анатолий все вспомнил. А я обещаю, я клянусь, я никогда, я больше ничего у тебя не попрошу. Пожалуйста.
молчание знак согласия, да? Будем считать, договорились. Одежду мне дали. Все плохо. Крестик. Вообще. Демонстр. Сюда идет очень опасный человек. Хочет исповедоваться Анатолию. Он же... Рукава какие-то неудобные. Так я про это же. Ну так иди и прогони его. Ты жопер. У них уговор был. По понятиям, братья-свидетели. Еремей, какие-то у тебя двойные стандарты. Мастер людей разводить. Пусть Анатолий его исповедует. Как? А отец Анатолий где? А здесь? Я? Анатолий? Все так говорят. Я сам не уверен. Значит, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Зачем? Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Ну, проходите. Люди добрые, проходите. Отец Анатолий, у меня к вам маленькая дельца. Я вас умоляю, я вас очень прошу, присаживайтесь. Очень внимательно, пожалуйста, выслушайте. Вон того лысенького человечка, слушайте, кивайте, совсем соглашайтесь. В конце скажите что-нибудь жизнеутверждающее. Доброе. И аминь не забудьте. Угу. Вы на исповедь? Угу. Извините. Аминь, не забудьте. О, картинка. Крестик есть? Ой, пойдемте. Слышь, у него все в порядке? Да. Вчера младенца крестили, а после родители к себе позвали, засиделись допоздна. Ты и поэтому побрился? Нет. Мальчонку, которого венчали, крестили. Возьми да и схвати свечечку. Да и подпали бы родёнку отцу Анатолию. Представляете? Ужас. А постриг-то зачем? Постриг. Ладно, да пацан, все, иди. Давай, отойди в сторону. Чужие уши не нужны.
всю жизнь жил, как Саша Черная. Но я не хочу, чтобы так запомнили. Аминь. Нормально он так нагрешил. 34 тома только доказанных эпизодов. Спасибо, Господи. Помогите! Бандит! Вор! Полиция, Юрку! Помогите! Держите! Держите его! Где полиция? Где тут полиция? А? Ты... На выход. Я сразу по глазам вижу, верит человек или нет. А он даже не помнит, что он священник. Это знак мне. Хорошо метаться. Что-то в жизни менять. Может, старые дела не закончил. Белые там бегают где-то. Печенеги эти еще. Землю святую топчут. Форс-мажор. У меня вся жизнь форс-мажор. Короче, Анатолий меня обманул. И ты теперь мне за него должен. Долг не отдашь. За базар ответишь. Там сумма не детская была. Мне терять нечего. Бог свидетель. Полон эмпатии. Я, знаете ли, что же чалился. Понятия разделяю, фини, чухаю зуб. Даю, так сказать, на месте мне провалиться. Нахватался вертушек. Чалился. Ты 10 дней там в СИЗО отмотал. 11. Потому что тебя не узнал. Демонстр. Все веришь в свои приколы? Посмотрим. Ни гвоздя, ни жезла. Эй! Я остаюсь. Найду себе послушание. Мои пацаны тоже, чтобы чудо твое не проморгать. Заходи. Ну как он? Память вернулась? Ботинках на кровать, как в детстве. Вот смотрю я на тебя, как будто 25 лет назад. И только все хорошее вспоминается. Каким ты был маленьким, как рос. Спасибо, пап. Часто яркие моменты из прошлого ускоряют возвращение памяти. Спасибо, пап. Повторим самые яркие события в жизни Анатолия. Он все остальное вспомнит. Что? Так врач сказал. Ребут, перезагрузка. Не сквернословь. Вы единственный, кто его помнит до всего этого. В смысле, до того, как он поверил. Какой он был в детстве, в юности. Сейчас важна каждая мелочь. Вы все женаты были. Надо память Анатолию вернуть срочно. И сделать это можем только мы. Вы. Я. Он меня когда своей смертью разыграл, я даже в Бога почти поверил. Вот, ответочка. Машка, помогите. Дима, ты прости, Господи, дурак. А что, со мной же сработало? Вот, нашла детские. Нимбоорд не видать. Святым, значит, он не родился. Даже деревенские. Жили впроголодь. Отца у них не было. Мать одна. Он старшим в семье был. Матери здорово помогал. Тяжелое время. Очень хорошо. Нам нужен момент, который заставит его вспомнить детство. События. Потрясения, которые помнишь всю жизнь. Такие моменты люди обычно и обретают веру. Страшный ты человек, демонстр.
Вот. Когда он маленьким был, то чуть не погиб при пожаре. Лошадей спасал. Гениально. Товарищи пранкеры, будем творить историю. Вернем страждущему человечеству великого праведника. Ага! Вы напомните, история ложь. Но ложь во благо, дело хорошее. Ага! Работаем! Ура! За мной! Забор прикрыть. Угу. Стеклопакет. Замаскировать. Угу. Тарелку ликвидировать. Угу. Со мной! Ага. Столбы покрасить. Угу. Колодец здесь. Ага. Машину убрать. Угу. За мной. Ага. А лошадей куда? Конюшню. А где конюшня? Тут. Угу. Нет! Вон там. Ага. А это что, я здесь жил? Ничего не помню. В детстве, да. Врач сказал, что вам полезно погулять. Свежим воздухом подышать. А запах какой? Навозом лошадиного несет. Пожар! 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 Ой, мамочки, горим! Где горим? Что горит? Конюшня. Они там заперты. 140 метров отсюда. На двери висит засов. Он тяжелый, я не смогла открыть. Что делать-то будем? Спасать надо! Что делать? Спасать! Ура! Толик всех спасет! Давай, стоим! Толик всех спасет! Сильно-то горит! Димон сказал сильнее. Делаю. Там уже лошадь. Там же лошадь. Воды-то нет. Надо пожарку вызывать. Так это пожарка. Давай ведро! Где там? Колодец видел? Осторожно! Осторожно! Гасим ворота. Давайте, как договаривались. Родненький, живой. Господь, спас. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе.
Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе. Бабка Тамара, побойся советской власти. Какой Господь? Я же пионер. Слава тебе, Господи, слава тебе. Слава тебе, Господи, слава тебе. А, смотри, облако. На жопу похоже. А вы, кстати, никогда не задумывались, откуда? Че? Все. Это. Облако, земля, человек. Чьих это рук дело-то? Ты мне сейчас как бабка Тамара про боженьку втирать начнешь. Я сам себе хозяин. Понял? Сам себе хозяин. А он еще одна жопа. Так маленькая. Вот это другое дело. Как говорится, труд сделал из обезьяны. Работа и труд, все перетрут. Вот. А вы уже начинаете готовиться к исповеди? Помолитесь. Я-то помолюсь. Только ты тоже молись. У каждого свое послушание. Что случилось? Ребенок плачет, Дим. Что случилось? Мне в город отъехать надо. Подгузники заканчиваются. Так езжай, я тут справлюсь. Уверен? Конечно. Я вон. На Анатолий тренируюсь. У нас тоже маленький пока. Здрасте, отец Анатолий. Я Толик. Че, твоя? Моя. Так, короче, если что, зовите на помощь Ефросинию. Отец, Толик. Толик. Все, пока. Пока. Ничего так. А это чей? А? Тоже мой. Тут ускачет конь, куда качет наш конек. Прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик. Если в себя не придете, нянька у нас останетесь. Приплыли. Трехочковый. Приехали. Подними пацана. Уходите сюда, сынок. Неси, дитя. Все хорошо? А то. Я теперь чемпион мира по перинанию младенцев. Попка сухая. Ребенок счастлив. Спасибо.
себе будильничек. Так. Дальше. Что дальше? Тебе мало, что ли? Да, мало. Я разговаривал со специалистом. Память возвращается в хронологическом порядке. Теперь нужно что-то из сознательного возраста, что-то эмоциональное. Расскажите про его первую любовь. Про любовь? Ну, в смысле, про вас. Про первый поцелуй. Нужны подробности. А я тут при чем? Была у него одна девушка. Оля, кажется. Он на велосипеде всю юность проездил. Каждые выходные на танцы в местный парк. Дима, а куда мы едем? На танцы. Вроде там с ней познакомился. Фотка есть? Нет. Ну как она выглядела-то? Фактура нужна? Русые. Брови такие домиком. И родинка над губой. Все в порядке? Хорошо все, у Зинки. Общаемся. Меня вообще-то Оля зовут. Я вообще-то с ней разговариваю. Оля? Оля. У вас все хорошо? Или эти граждане позволяют все лишнего? А по-моему, это ты, товарищ, позволяешь себе лишнего. Это мне? Вас же убить могли.
наверное, Господь вас послал меня спасти. Спасибо. Какой Господь? Я комсомолец. Я сам за себя. Мужики, четко сработали, спасибо. Ничего, у вас дед крепкий. Меня вот по-настоящему ударил. Слушай, по носу дал. Катька, привет! А мне сказали, ты в монастырь ушла. Так я это... в иконописную школу ушла, а не в монастырь. Чё-то этот дед не похож на икону. Садись, довезу до монастыря. Да не бойся, не укушу! Ничего. Вас же ночью на танцах чуть не убили. Это Бог спас. Знак? На Бога надейся. А кулачками-то мне самому пришлось помахаться. Я боксом занимался. Не понимают они по-людски. Придется еще разок помахаться. Со мной? Нет. Страшно? Ясно? Куда? Анатолий наших мужиков собрал. Сейчас твоим городским морды бить будем. Давайте как-то культурно договариваться. Дед, ты что нам предъявляешь? Ты кого дедом назвал? Меня? Так стоп! Брейк! Тайм-аут! Мужики, тебя как зовут? Ты старший? Ну давай, старичок, бей, если здоровье позволит. Слушай, это наша деревня. И ты здесь свои порядки не устанавливай. Понял? Чем дед бабку донял. Понял? Понял. Молодец. Приносим извинения. Уходим. Александр Николаевич, что вообще происходит? Это мое послушание. Я на него как на себя смотрю. Молодость. Эй, Санек, спина, ага. Надо баньку, пойдем, я тебя венчиком вылечу. Он же правда таким был? Да он... про те времена мало рассказывал. Говорит,
Сил много, мозгов мало. Вот и лес, куда не попало. Надо как-то поскорее его юность промахнуть, пока наш Толик соседний монастырь не отжал. Ты куда? В баню. А может, хорошо, что ты не чалился. Братва на зоне не оценила бы. А может, оценила бы, но... Что дальше-то было? Ну, а что дальше? Институт Толю бросил. Все искал себя, проверял. В горы пошел один. Без подготовки. Дурак. В горы? Ага. Хотел рекорд по скорости восхождения побить. Так вы в горах познакомились? Да. Я его спасла, между прочим. Он чуть в тумане не погиб. Так. Вы нам нужны? Только молодая. Принесу фотографию. Похоже. Где нашел? Кастинг-агентство в Москве. Добрый день, я Нателла. Здравствуйте. Да, очень приятно. Спасибо, что откликнулись. 50 тысяч в час, допы не включены. Это нужно обсудить заранее. Детали с менеджером. Нателла, тут... Другое совсем. Нужно просто прокатиться со взрослым человеком. В Дубае? Звоните менеджеру, он скажет, какие билеты нужны. Да нет, в Сочи. В Сочи? Да. Матушка, прикройте уши. Без интима. Все так говорят. Я давно в этой теме 200 или до свидос. Ладно. Образ только нужно согласовать. Я понял, можете не креститься. Не подведи, грешная. Ой, зря мы сюда поперлись. Только время теряем. Доктор посоветовал выйти из зоны комфорта, поменять среду обитания, картинку сменить. В наше время мы пешком в горы забирались. Вспомнили? Ничего не вспомнил. Мелькнуло что-то. Пешочком в город-то, пешочком, ножками. Тук-тук-тук. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Ну что там застрял? Устал. Бок колет. Ты мужик или что? Вы идите. Я вас догоню. Отдышусь только. Работаем. Альпинист на подходе. Ой!
Помогите. Алёсе. Пока. Помогите. Господи. Господи Иисус. Помоги. Господи, помоги. Выход. Ну кто же один в город и ходит, товарищ студент? Я не студент. Студент? Да, я студент. Студент. Я пошел в горы, чтобы прошлое забыть. А нет, я пошел в горы, чтобы вспомнить прошлое. Я хочу установить рекорд. Рекорд по глупости вы точно установили. Один, в горах, тот же туман. Пойдемте, товарищ студент. У нас тут лагерь недалеко. Держите веревку. Устала. Все, всем спокойной ночи. Да, я спать пойду, спокойной ночи. Да, я тоже пойду. Да. Эй, а вы куда? Куда? Тогда сказали, что он безответственный, а я девушка серьезная. Я будущих космонавтов к полетам готовлю и на первого встречного бросаться не собираюсь. Вот из-за кого он космонавтом-то стал. Из-за вас. И вот что, товарищ, если у вас намерения серьезные, то делом докажите. Поревнуете, матушка. Ничего я не... А вот если звезду с неба достанете, то я подумаю. Вот эта девушка. Вот это я понимаю. За такое в космос. А что я говорю? Я ей звезду достану. Что-то вспомнили? А что я должен был вспомнить? Зачем? Ясно. Как мне с Настей помириться?
Ты у меня спрашиваешь про свою жену? Да. Я просто подумал, раз даже вас Анатолий смог подвигом покорить. Даже меня. Да, но вы же у нас, ух, гора. Гора. Короче, я тоже решил для Насти подвиг замутить. Ну, чтобы помириться. Может быть, фреску еще забубенить. Ты хоть один день с ребенком побудь. Вот и подвиг. Гениально. Я решил дать любимой женщине время для себя. Отдохнуть от всего этого материнства. Ну, съезди на педикюр. Сын дурак. А что? Настюш, я ж знаю, как ты устал. Тебе нужно время для себя. Каждой женщине нужно это время. Возьми его. Какие-то маленькие женские радости. Ноготки. Шопинг. Шопинг в Шуе? Ну, в Иваново, там текстиль. А я тут подхвачу. Уверен? Само собой, я же отец. Мы тут с Дим-Димычем мальчишник устроим, повеселимся. Вообще, я правда устала. Нельзя с голыми плечами. Ой. И что ты тут забыла, Магдалина? Магдалина? Какая Магдалина? Я Нателла. Ну, Наташа. Знаете, Анатолий ваш мне правда очень понравился. Только вы не подумайте ничего, не в этом смысле. Я канал его нашла. Он такой классный. Еще знаете, вот, маленькая, розовенькая. Купила. Вот и мое послушание. За мной. Воду надо натаскать. Сына, не отказывайся ни в чем. Ты рыгнуть хочешь? Пожалуйста, пукнуть. Не держи в себе, мой родной. Брат Реми, да? Укачивать умеешь? Да я все умею. Ура! Поставь над ним нечестивого, и станет от дьявола десную его. Когда будет судиться, да будет виновным. Спасибо. Что, не спит? Спит. Дети, цветы жизни. Брат! Спасибо. Сын. Сын, сын. Дети, как собаки, чуют страх. Дашь слабину, горло перегрызу. Давай! Вашим детям психолог нужен, а вам гештальтерапевт. Умник. Матушка, можно помедленнее, пожалуйста? Тяжело очень. Терпи, грешная, терпи. Спаси, Господи. Доедай и пойду. Не понимаешь ты своего счастья. Венчаться вам надо. Тогда Бог и силы вам даст, и мир в семье наступит. А вы с Анатолием венчались? В Советском Союзе? Мы же комсомольцами были. Не подумал. Дальше сам.
Бога! Ты, может, своими выходками и обманешь, а вот ребенка нет. Ты либо отец, либо не отец. Решай. Настенька. Привет. Привет. А ты что так быстро? Сколько время? Все нормально? Все отлично. Веселились, пока он не отрубился. Отдыхайте. Дим. Спасибо. Приходи завтра утром. Пораньше, когда он проснется. Надо будет воды принести. Заметано. Не проспи. Обещаю. Все, иди. Моя жизнь в ваших руках. Так и знаете, моя жизнь в ваших руках. И ваши, и эти цветы тоже в ваших руках. Я звезду с неба достану. Послушайте, я чувствую, что... Не смей девку искушать. Есть что сказать? Скажи мне. Здесь не искушать. Твою смерть! Ты что в колокола не звонил? Петь, не литургия сегодня. Настя, я не виноват. Я все поняла уже, Дим. Ты всех тут нянчить заставил, да? Все с ребенком сидели, кроме тебя. Молодец, красавчик, как всегда. А я, как всегда, поверила, что ты все сам, что ты старался. Я старался. Старался меня обмануть. Лен, скажи, пожалуйста, а почему у нас нет детей?
Мы давно женаты. А где наши дети? Лен. Какая Лена? Я Лена. В миру. Вспомнили? Вспомнил. А как разошлись? Вспомнили? Не помню. Не помню. Настя, ну прости меня, пожалуйста. А ты, кстати, знала, какой отец Анатолий был? Фу, похлеще меня. Там такое прошлое. Я по сравнению с ним реально ангел. Воплоти. Нам остался один шаг, Настя. Если Анатолий вернется, у меня есть шанс, понимаешь? Если он понял, как жить, я и подавно разберусь, и все у нас будет хорошо. Дим. Настя. У нас будет нормально. Ты не можешь нормально, Дим. Тебе надо, чтобы вот это вот все вокруг, чтобы мир вокруг тебя вертелся. А мы так, между делом, если время останется. Ты боишься, что ты не сможешь быть больше таким крутым и свободным. Но это и есть семья. Ты не хочешь со мной повенчаться. Ты знаешь, как для меня это важно. Настя, послушай меня. Нет, это ты послушай. Просто признай, что ты боишься ответственности. На это у тебя смелости хватит? Простите меня. Я знаю, что вы ответите, и Бог простит, но и вы меня простите. Бог со мной как-то не в коннекте. Ты же все равно не успокоишься. Нет. И так уже все испортил, так что бросать на полпути вообще не вариант. Как он стал монахом? В космос полетел. Я думал, он в космос полетел, чтобы вам доказать, что... Да? Ну, кто же его сразу пустит? Сначала летное училище, потом отряд. Там мы с ним снова встретились. Ухаживал очень. Мы поженились. Вот он все время на тренировках пропадал. Через несколько лет полетел. Там авария какая-то была. Надо было срочно лететь на станцию. Ну, он вызвался. Он сказал, все равно терять нечего. Нам же Бог с тобой детей не дал. А у него в отряде у всех были дети, а у нас нет. Ну, когда из этого своего космоса вернулся, сразу уволился, крестился, сразу подал на развод и принял постриг. Что ж там такого произошло, что он поверил? Что-что? Чуть не погиб. Отец Анатолий, У нас одна попытка. Надо вас в космос отправить. Другого пути нет. Космос. Ну, давай. Братва, братья и сестры. Нам надо отправить отца Анатолия в космос. Ну что,
Пригнал, как просил. Спасибо. Запуск. Прямо здесь. Прямо в шуе. У нас торговый центр есть. За долги забрали. Ну, отдали. И там аэродинамическая труба. Ну, развлекуха такая. Не невесомость, конечно, но... Давай, тащи. Тир. Ничего такого. Все на бутафории. Креативе. Ну и немного VR. Че? Че такое-то? Ну? Че такое-то? Где? Где? Я? Где? Необходимо, чтобы отец Анатолий вспомнил, что там наверху с ним произошло. Майор! Майор Борисов! Ну так как? Поможете? Если мы тебе не поможем, ты все равно это сделаешь. Золотые слова. Тебе удачи, сынок. Плавного взлета, мягкой посадки в натуре. Пап, поднимай. Осторожно. Запихивайте. Минутная готовность. Заря. Я земля. Как слышно? Прием. Заря на позиции. Слышу вас хорошо. Готов к выполнению задачу. Двигатели на старт. Есть двигатели на старт. Заря, Заря, опускаем шлем. Заря, служить. Опускаю шлем. Не жмет? Нет, не жмет. Приготовились. Готов. Начинаю обратный отсчет. Запуск двигателя через 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Ура! Ура! Начали! Заря, доложите обстановку. Полет проходит нормально. Как самочувствие? Прием. Самочувствие нормально. Врубай! Заря. Вы вошли в зону невесомости. Как самочувствие? Прием. Самочувствие нормальное. Включай трубу. Принято.
полетел. Полетел. Заря, Заря, я Земля. У нас полная готовность к выходу в открытый космос. Открываю люк. Заря, Заря, я Земля. Будьте внимательны, у вас по курсу космический мусор. Бондич! Центр! Центр! Центр, помогите! 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 Помогите, мне вносит! Мне вносит! Помогите! Помогите! Центр! Помогите! С возвращением, отец Анатолий! Получилось! Вспомнили? Ну? Вспомнил, вспомнил. Ну теперь-то можете исповедовать этого черного? Не могу, тем более исповедовать. Почему? Знаешь, есть какие-то вещи, о которых я не хотел бы вспоминать. А ты заставил меня вспомнить. Мне вообще здесь не место. Серьезный грех на мне. Простите, братцы. Простите. Простите. Извини. Простите. 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 Приехали. Почти поверил, что получилось. Что-то я упустил. Что же он такое вспомнил? А я наоборот. Хотел бы что-то забыть. Начать сначала. Могу дать по башке, мне несложно. Не сомневаюсь. Только били уже. Стреляли 4 раза. Взрывали, топили. Инфаркт еще и язва. Как видишь, живой. Деньги ваши, тю-тю. Ушли.
на доброе дело. Я в курсах, я видел. Только дело не в деньгах. Ты договор нарушил? Помню, помню. Давайте только не здесь. Чего не здесь? Чего собирались, то и не здесь. Все, конец маскарада. Пакуй манатки. Сейчас только попрощаюсь. Настя права. Трус я. У нас как сын родился, я сразу начал бегать. Друзья, старые знакомые. Работа. Лишь бы не дома, лишь бы не с ребенком. Угу. Я таким же был. Душно смотрелся, какой вы были хулиган. Я о ребенке. Как только не искал его. О каком ребенке? Женщина не говорила, что у вас нет детей. Она не знает. Она ничего не знает. Я почему институт бросил, в горы сбежал? Потому что Оля сказала, что она беременна. У нас будет ребенок. Мы после этих танцев встречались там целый месяц. И вдруг это беременность. Почему ты не рад? Я тоже, как ты, испугался, страшно испугался. Конец всем. Мечты, планы. Все порушено. И сбежал тогда в горы. Познакомился с Леной. Думал, забуду я Олю. Забуду, хочу забыть. И когда в космосе оказался, меня чуть не унесло. Тата, помогите! Я о боли только и думал. О боли в ребенке, которого я бросил. Не бросай нас. Я думал, выживу. Уйду я в монастырь. В монастырь, там буду молиться о них. А не о ребенке. Вы вообще понимаете, что это значит? Очень хорошо я понимаю, что мы с тобой дураки. Бесспорно. У вас осталась какая-нибудь фотокарточка? Нет? Откуда какая фотокарточка? Я, знаешь, о, это Оля в юности наколола. Горится? Гениально. Че гениально? Ты реально надеешься его вернуть? Реально? Надеюсь. Остаемся. Друзья, всем привет. С вами снова я, Димонстр. Отец Анатолий говорил, что меня давно не было. И вот я вернулся. И мне очень нужна ваша помощь. Хэштег срочно. Отец Анатолий ищет человека. Девушку. А точнее, женщину. Про нее известно только то, что в 65-м году она училась в текстильном институте в Иваново. Зовут ее Ольга. Друзья, вас очень много.
Я уверен, все вместе мы ее найдем. Может быть, кто-то учился в это время в институте, в текстильном. Может быть, у кого-то учились родители. Давайте всем миром напряжемся и сделаем это. И отец Анатолий снова вернется к вам и будет отвечать на ваши вопросы. Всем привет. Слышь, я тоже ее искал. Пацанов зарядил. Прям успокоил. Простите, вы Демонстр? Угу, да. Я Оля. Какая Оля? Да ладно, та Оля. Да. Вы та Оля? Вот приехала. Вы увидели эфир? Я вообще смотрю канал отца Анатолия. Давно смотрите? Ну, как он начал, так я и смотрю. Отец Анатолий, а можно я буду считать вас своим духовником? Да хоть где-то маразм. Приезжайте. Совсем не изменилось. Ты совсем не научился врать. Совсем. Ой, а это кто? Это... А это твоя дочь, Света. Здравствуй, папа. Здравствуй. И твой внук. Я Толя. И я тоже. У меня правда все хорошо. Почему ж ты не подошла ко мне, если знала, что это я? Я смотрела на тебя и понимала, что не надо это напоминать. Ты столько всего хорошего сделал. Думала, ты себя простил. Себя простить нельзя. А я тебя простила. Давно. Да. Правда. Правда, правда. Честно.
Венчается раб Божий Дмитрий, рабе Божией Анастасии, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Крестись. Целуй. Целуй. Молодец. Венчается раба Божия Анастасия, рабу Божьему Дмитрию, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Будьте счастливы, дети мои. А можно я у вас поживу? Только у меня татуировка на попе. Это очень плохо. Показать? Не надо. Братья, познакомьтесь, наш новый послушник, брат Александр. Поздоровайся, братья, поздоровайся. Дмитрий, передай пацана, парням моим, пускай по домам идут. Я остаюсь. Ты смотри у меня. А чё? Под одной крышей теперь. Все, господа. Вы свободны. Саша Черный больше не Саша Черный, а брат Александр. Поэтому он отпускает вас на вольные хлеба. Только сильно не хулиганьте. Иначе замучается за вас молиться. Всем удачи. Спасибо. А вам еще монахи не нужны? То нам идти особо некуда. Келий не хватит. А то когда люди придут, может, вас прикрыть надо будет? Какие люди? Так Черный вам общак пожертвовал. Братва не оценит. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходи бесследно, и юность ушедшая тоже бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Every time мы уже играли, ни одно лишь сумели понять, что тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит без следа.
все же без цели.